Всем привет! Это поверхностный обзор вот такой вот силиконовой пробки, купленной в магазине Everbine. Дождался я, пока цена на нее была 99 центов, и покупка оказалась довольно выгодной и удачной. Пробка запакована в блистер. С другой стороны, правда, она выступает. Вот упаковка, в принципе, замечательная. И вот та же пробка, только без блистера, которая уже благополучно трудится в ванной. Конструкция довольно простая. Нажимаете кнопку, и идет слив. Отверстия не такие большие, слив идет довольно долго. Когда я пробку данную вставил в ванную, было ощущение, что она вообще слабо прижим дает. Но могу сказать, что, естественно, чем больше воды, тем лучше прижим. Но даже когда казалось, что пробка вот туда-сюда ездит, она не держит воду, на самом деле держит она очень даже неплохо. Поэтому, кому надо простая удобная пробочка, однозначно рекомендую. Вот. Значит, по отзывам я читал, что кто-то умудряется вырывать крепление. У меня такого не было. Все довольно просто. Единственное, не всегда внятно срабатывает кнопка после нажатия. Но в целом конструкция очень неплохо продумана. И я думаю, данная пробка послужит довольно долго. Силикон без каких-то неприятных запахов. Качество хорошее, литье аккуратное. Качеством я доволен. Спасибо за внимание. Пока.